Многие из жителей нашего города до сих пор называют его колхозным клубом. Именно такие функции выполняло здание до 1992 года. До 1964, когда оно было построено, культурную миссию выполнял сельский клуб, находящийся в другом месте. Строительство нового сооружения ждали с огромным нетерпением, вспоминает избранный в 1959 году секретарь комсомольской организации колхоза «Родина» Михаил Кайряк. Стоялись мы в домике небольшом и танцевальному коллективу, остальным коллективам, когда после репетиции там подавался такая пыль, что ли, возможно было дышать даже. Значит, нынешняя, то есть тогдашняя молодежь ждала с нетерпением открытия этого клуба. И это случилось в 1964 году, 5 января. Открыв колхозный клуб, было брошено немало усилий на создание творческих коллективов, подготовку музыкантов, танцоров и певцов. Валентин Дмитриев был в числе тех людей, которые были отправлены на курсы по подготовке специалистов по культуре. Много минах в других коллективе, и в Дом культуры, в Кишинев. Но, как сказал, Пырту Либи, то она, да, Роздо. Начинок вот только вот Кабода клуб. И Сигапак только все работы продолжаем свой концедейтор. Также продолжает свою творческую работу и Иван Чеботарь, тоже прошедший специальные курсы в советские времена. Попрося да направим нов ансамбль. Значит, начиная после праздников, сбираем децата и мы попросим да направим направление, цыганское направление на бане. И заново уже в наш район, в наш город, Дельман, цыганский, небольшой, маленький ансамбль. До сих пор работает в читалище и театре его основатель Иван Буремечков. В 1991 году он пришел сюда, а спустя год колхозный клуб стал читалищем, общественно-культурно-просветительным учреждением, характерным только для Болгарии. Самый спазвайки народностью. Спазвайки традиции, ти тогава ще може да стане едно читалище с името си далеч от майка България. Сега сме ние в друга държава, но българство си е в нас в кръвта и ние с това ще го спазим. До толкова още имам планове да се модернизира, че вие нямате представа. Плановете са винаги големи, винаги красиви, винаги всичкото. Вечер памяти, посвященный культурному учреждению, посетили многие из тех, кто вырос и развивал свои таланты в этих стенах. Многие из его воспитанников стали известными исполнителями, танцорами и актерами.